Okay. Ух, пошло дело. Ооо, это жестко. Ооо, это жестко. Минус 5. Хорошо. Во-во-во-во-во-во-во, это то самое, то, что мы хотели. Сначала все шло по плану, но потом что-то пошло не так. У меня, они там все фуловые тупо. Все фуловые. Тупо фуловые. Они тупо фуловые. Жесть, лютая катка, 54 минуты. Ну, просто потная игра получается, да? Жалко, не сработал. Так, но мид отдаем, да, походу? Ну, а после потных игр всегда идет то самое, что нам нужно. Го, 3, 2, 1, let's go! Ульта пошла. Ой, пошел дамаг. Еще раз ультую. Жесть. Это что за покемон? Это что такое вообще? Просто бесконтактный бой. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». Я сидел с ребятками в лобби и думал и придумал, а что если... А если глобальная драка у нас назревает? Ребятки, конечно же, сегодня у нас в студии будет глобальный файт, глобальный бесконтактный бой, просто бесконтактный бой, просто посмотрите на наш пик, что мы сейчас будем делать. Как вы думаете, что мы с таким пиком будем делать? Посмотрите. Посмотрите, какой у нас прекрасный пик. Вы знаете, да? Спектра ультует. Зевс накрывает. Душится все это фурионом и сайленсером. Это люто, ребятки. Это люто. Но как это будет на самом деле, мы сейчас-то посмотрим. Геролет будет, конечно же, всю контору поддобивать. Поэтому, ребятки, погнали. Закупаемся. Я сегодня играю на Спектре. Спектра очень интересный герой, очень прекрасный герой, даже я бы выразился. Ребята там берут, Оракл будет жить, сразу вижу. Оракл будет все равно. Но посмотрим в целом, как вся игра у нас сложится. Вроде все ровно, звук есть, все отлично. Там все тоже прекрасно, музыки только не хватает. Почему, не знаю, тут вот так вот немножко, оп. Хорошо, все, готово. Ну что ж, надеюсь, вы в принципе поняли, что у нас тут будет. Что у нас тут будет по игре. Ребята понабрали хороших там героев. Хорошие герои питлорды, огры, конечно же, ораклы, Нерубин Ассасины и креветка. Креветка. Вот зачем креветку брать, я не понимаю. Ну законтрим. Возьмем гемы, возьмем, будем прыгать. Буду прыгать в Сларка. Давайте вижен. Сразу. Пока фармим. Деремся. И агонимы. Где-то к 17 минуте. Будет офигенно. Все вы знаете, что когда у сайленсера появляется возможность, да, нажимать ультимейт при агонимном, как говорится, использовании, да, то он всех бафает первым спеллом, своим первым спеллом. И, соответственно, наносит урон. И тем самым сайленсер у нас тут также в пуле есть. А если он еще соберет рефрешер, прикиньте, как это будет. Он будет ультовать два раза подряд и две дотки сразу накидывается. Они будут дамажить очень сильно. Поэтому вот как-то, ну, такой вот смысл, ребятки. Такой смысл. Касаемо других героев, я думаю, все и так понятно. Зевс. Это и так понятно. Зевс это просто дамага с ульты. Фурион это дамага верхним. Верхней кнопкой. Ну и Геролет, конечно же, с агонимом также будет у нас на приколе. Он будет тушить своим ультимейтом с помощью агонимчика. Так что будет интересно, ребятки. Надеюсь, будет интересно. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, ставить лайк за старание. Хотя бы за старание, если видос не сильно заходит, пишите в комментариях. Если видос зашел, обязательно оставляйте положительный комментарий, чтобы я понимал. И также не забывайте поставить лайк. Поставили лайк. Написали недушный комментарий. И, конечно же, следующая идея, возможно, уже будет в видосе. Так что, ребятки, вот такая вот приколюха. Вот такая вот. Так, у меня, походу, самый тяжелый лайн. Но моя задача тут выпотеть. В принципе, это спектра потеет. Потеет. Оп, хорошо, главное добил. Возьмем двойку, чтоб можно было, возможно, добивать. Я так вообще чувствую, тут бы...
тройку, походу, придется фул выходить, чтобы жить на этом лайне, потому что когда они проапают немного левел, мне будет крайне душно здесь стоять. А, прикинь, переагрил. Взял. Печалька. Так, переагрись, дядь. Не переагривается. Видели? Оп, двоечка помогла добить. Вот верная прокачка. Оп, и сейчас помогла добить. Да вообще прекрасно. Так, и стик, наверное, возьмем. Все, отлично. Вот таким вот затаром. Колотим крипиев. Так. Вот шел туда парень у нас, да? На оракле. Ага, вернулся. Вернулся. Души это, душа, душнилы. Душнилы, пацаны. Оп, хорошо. Крипуля моя. Оп, хорошо. Как хорошо переагрил. Эх, сейчас заруинила пассивка. Но ничего страшного. 2-1. Два крипа зафармлено с пассивки и один заруиненный. Это значит, что импакт есть. Импакт есть. Так, сейчас просто не добил, даже пассивка не сработала. Как же он хочет меня тычковать? Но я фармлю. У меня, несмотря на то, что хардлайн, я очень даже, в принципе, хорошо фармлю. У меня 9 крипчиков имеется. 9 крипчиков имеется. И это хорошо. И это хорошо. Сларка там... А, Сларк свап, да? Нерубвинт вышел. Хорошо. Оракл немножко ходит тоже. Оракл немного ходит, понимает, что там фармит. Лесничок! Эй, лесничок! Хорошо. У меня все гуд, ребятки. У меня все гуд. Все гуд. Сапожок сейчас купим. И будем драться, наверное, я так думаю. О, он в магазик пошел. Гоу. Думаю, он наш. Хорошо. Погнали. Погнали. Оп, пойдет. Пойдет. У меня там он так сильно заблочил с помощью первого спелла себя. Заблочил меня с помощью первого спелла. Ну, вы поняли, короче, ребят. Вы поняли. Нормально, нормально. Забрали оракула. Оракула. Хорошо, лайн не пушим. Стики накапливаем, и все будет огонек. Что меня постоянно беспокоит запись. Не знаю. Не знаю, почему, надеюсь, нормально все. Что я немного так... Не был готов, можно сказать, записывать. Почему-то, не знаю, столько времени. Сидели в лобби, ребят, но, если честно, занимался другими делами. Оп, хорошо. Меня тут не задушат. Но очень много дэмэджа могут нанести. Так, ну вроде запись все идет, микрофончик нормально работает. Главное, чтобы было все хорошо слышно, что я тут пытаюсь сочинять какие-то. Ух ты, блин. Так, ребятки, сколько там? 90 маны, но Огра Соул. Так, ну все, отойти надо, походу, пора себе хилять лицо. Погнали. Опа, Гирыч. Гирыч начал драку. Пораньше. Меня сейчас заблочат очень сильно. Пойдет. Отогнали хотя бы. Ну, Гирыча продали, ничего страшного. Главное фармить, но я не фармлю, да? Не могу добивать. Орак. Орак. С пачки крипов. Как я фармлю крипчиков, да? С пачки крипчиков одного добил только. Кату добью, это будет два. Будет два. Дед тоже работает над катой, видели? Оп, хорош. А у меня уже стики. Ульта есть, стики проапаны почти. До 10 зарядов уже. Это ж хорошо. Это ж хорошо. Оп, найс. О, ну это надо на ульте. Оп, а я тут. А я тут, ребятки. Получилось, обманул. Правильно? Правильно. Получилось, обманул. Битлорд пришел грязь наводить. Битлорд пришел наводить грязь. Хорошо. Ну, хардлайн, терпим. Так, нужно расходник принести. Давайте, наверное, возьмем вот так вот В, С и А. Все ок. Все ок. Нормально с помощью ульты размансил, раскатил. И вообще, лоу хэповый прилетел на Сларка. А Сларк не сообразил, что происходит. Прилетел на мид тоже под тавером. И прилетел обратно в итоге. Хорошо, не в руты.
Но на самом деле тут можно списать немножко на везение, потому что довольно-таки неплохо я слетал на другие линии. На другие линии неплохо слетал. Так, тут одного крипа пропускаем. И этих добиваем, хорошо. В принципе, в хард-линии крипстат пока что довольно-таки слабоват, я вот так могу сказать. В хард-линии слабоват. 40 крипов я должен сделать тут. По сути, это хардовая линия, плюс еще зонит, пришел питлорд. Хапать я не хочу. 40 крипчиков до 10 я точно должен осилить. Есть, отлично. Пойдем за фазиками сбегаем. Найс вард, кстати, отличный вард. Вард хороший. Хорошо. Давай, давай, покупай, магазин открыт сегодня. Кто там пришел? Огр еще пришел, да? Два. Там двое. Так, 27 крипчиков. Оп. Кто там? Фидит. Фидит, Зевс, фидит. Да давай, давай, давай. Хилит его. Но там оракл рядом стоит, нет смысла, мне кажется, даже улететь. Хорошо. Или плохо. Пока не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, нормально. Хилимся, живем. 3 хп. Жесть. Вот это я на самом деле газанул, да? Ну, может, ребята что-то заберут? Заберут, да. Но плохо, все равно сфидил и вдвоем сфидит. Не видит нас, что тут подошел оракл. Оракл сейчас стройки будет добивать. Добивает с единицы. Кто-то там мне еще пишет. Хай. Напишем. Так, хорошо, чилим. Чилим. Ну, пойдет. В принципе, пойдет. Праг забрали, сдохли. Все по классике. Так. Что там происходит? Все нормально все, дядь? Да, я так старался его заластхитить, но он так жирно он там набрал этого армора, да, и не смог его заластхитить. Эх, печалька. Л-л-л-л-л-л, у меня еще язык заплетается, блин. Это так подбешивает, когда начинаешь видос с утра писать. Язык нифига у тебя не это. Не готов, короче. Ты начинаешь тупить. Давайте аквилку. Опа, бэшка. Есть. Все, аквила топоридзе на базе. По кайфу. Пока что... Зачем бьешь? Не должен фармить. Так, ну не успеваю я, да, сделать крипов. 40. Не успеваю, не успеваю. 40 крипчиков не будет, ребятки. К сожалению. К сожалению, 40 крипчиков не будет. Блин, на низ бы полететь. Круто было бы. Столько внизу фарма. Вот так делаю. Хорошо. Это вообще last hit никакущий. Last hit вообще никакущий, что-то. 35 крипчиков до 10. Ну вот этих крипчиков я добью, и все, это максимум, что я мог добить тут. С этими файтами от зонами. Но, кстати, не сильно я так и, можно сказать, отзонен был. Но питлорд 2-3 пачки заруинил. Я себе пачку точно 2 пачки заруинил. Так что... Как посмотреть. Оп, хорош. Так, ну что, урну, наверное, пора бы. Урну пора бы. Можно было бы подраться, кстати. Подраться. Внизу не могу фармить сейчас. Знаю. Огр моросит. Надо бы его загангать. Мне Геролет должен помогать тут. Геролет немного теряется по игре, что должен делать. Сейчас бы пришел, позвонил бы. Бро, ну хорош. Это что такой резкий? Крипчика добиваю. Го, на базу. На ульте придем. На базу, на ульте придем. ТП-шку.
Хорошо. Ага, там кто-то еще есть. Го! МБ прожмем. Зевс готов? Хорошо. Оракл тут еще. Ну, Сларка тогда. Хорошо. Отлично. Пойдет. О, первая комбинация зашла на ура, кстати. Прокомбинили нормально. О, найс. Блин, я прям в карапас, да. Прям в карапас. Это печально. Это печально. Я думал, догоню. И догнал я. А пойдет, косарик есть. Пойдет, неплохо. Прокомбинили первую ситуацию нашу. И видели, сразу прожочки посыпались. Ребятки-то пофидели немножко. Хорошо. Так, это у нас урна. Хорошо. Вот так вот делаю. О, в куру. Хорош, куру заофали. Сразу же. Ух ты какой. Ну я на Б. Пойду схожу. Очень много демеджа с огра. Клаку не хочу я брать. Пофармлю лес, наверное, чуть-чуть. Левелапну. Блин, опасно тут даже, да? Опасно лес фармить. Я нормально выфармлю. Големы, если не буду так помогать. Големы коварные. Так, ульт уберу. Одна секунда тоже. Мы же в комбинации играем, правильно? Я бы ультанул, бро. Сейчас мы этого Сларка прижучим. Даже если Зевс умрет, Сларк не уйдет. Хорошо. Гоу его сразу. Сможем? О, круто. А, господи, все равно в руты вошел. Ой-ой-ой. Ух ты. Ладно, Неруба я уже не увидел, потом уже только увидел. Блин, такие лоу хп у них. Не-не-не, не надо, не-не. Такие лоу хп. Огр стоит, фармит низ. Так, по комбинациям пока что мы кдшки, да? Жалко, я все урны восрал. Ты нету. Ну, он уже бежит. Крисарак. Крисарак. Очень тяжко с ним. Аркана и Солрин, прикиньте, сколько дэмэджа он вносит по мне. Бежит. Двойку ему дядя. Дайте. Оставь же. Ой, бежит молоточком, давай. Чё молнии тогда не добил? Чё молнией? А, вот это... И ну почему я сижу в чате? Чё ты молнией тогда не добил? Лол. Он идет, понимаете? Как будто, ну, оставляют, да, с руки, как будто там, ну, и подходит, добивает. Ой, забавная фигня. Ладно, ладно. Вот, если честно, ребятки, всегда говорил, никогда не чатьтесь в игре. Никогда. Вот если это сейчас вот вам полностью показано, что никогда не нужно чатиться в игре. Просто играйте, и все. Ну, просто немного не понял логики Зевса. Вроде в команде играем, в спектре оставить фарм. Он подходит, молотком добивает. Ну, ладно. Гений. Окей. Это забавно. Что это там фармит, что-то глимеры, клаки. Ой, боже. Ай-яй-яй. Так, ну драка идет, Фуриона тушат. Фурион сгорел на работе. Тут глиммер, конечно, с глиммером тяжеловато будет. Хрен догонишь, конечно, его. Это ж Сларк, его ночью тем более не догнать.
Ладно, фармим. Думаю, может БМ сделать. БМ, я думаю, зайдет и даже неплохо. Давайте БМ сделаем. Там много пассивного урона. Там горелки всякие. Кнопки. Сларки. Так что будет огонь. Так, по левелам у нас как-то такое, да? Хорошо, погнали. Масуха 2 пошла. Хорошо. Ой. Красава. Опять крипы забирают. Да что ж такое-то? Хорошо. Ух ты. Ух ты, дядь. Ну, помогу. Помогу, наверное. Помогу, помогу. Оракул затушу. Да хватит меня привязывать. Хорошо. И тебя туда же. Тебя туда же. Отлично. Пойдет. Так, есть БМ. Отлично. БМчик есть. Привязывает, блин. Первым спеллом Оракл. Очень сильно, на самом деле. Вроде казалось бы, да, просто обычной пурги с рутом небольшим, да? Рутом, зависящим от того, ну, насколько долго он будет натягивать способность. Вот, и типа смысл такой, что рутит, блин. Оно так сильно сбивает вот эти все анимации. Надо перекликивать все жестко. Очень жестко надо перекликивать. Так, БМчик имеем, хорошо. Так, дядя, сделаю я. Хорошо. Так, нормально, БМ есть, ребят, работаем. Работаем. От КД. Можно поработать. Так вот будет. О, пришел, пришел он на огре. Как тяжело под такой пачкой крипов забирать крипчиков. Крипчиков, крипов. Хорошо. Ребятки, в целом все нормально. Все нормально. Левел есть, все есть. Фражочки есть, имеет и фармит. О, здорово. Здорово, бро. Зря я БМ там попустил. Хорошо. Оп. Давай, давай. Вот это срублю. О, хорош. 3х мультикаст просто убился в ВМ. Но это на вставочку, да? Нормально. Пойдет. Ой-ой-ой. Так, ну сало аганим делает, да? Сало аганим. Сало делает аганим. Хорошо. Сайленсер сейчас соберет еще, размаксит курсу. Она уже, в принципе, она у него почти размакшена. Отлично. Отлично. Сало сделал аганим, да? Хорошо. Сапог возьми, дядь. Сало есть аганим. Сало аганим есть. Отлично, ребят, готовы. Next комбу ждем. Next комбу ждем. Эх, добивать это 2-8. Так, сало в таверне. Курим. Огр вон пришел. Огр вонючий. У него дагер, что ли? Или он снизу кинул, наверх пришел. Оп, найс, давайте отойдем. Что там, ребята драку начали, да? Зачем? Куда вы? Куда вы, Подождите, блин, парни на сайленсере. Так, ладно, глушитель. Ждем глушителя. Зевс, в принципе, быстро ресается. Нам бы детекшн взять, да? Гемчик надо бы от Сларка. Вместо стика, да? Гоу, возьмем. Сразу Сларка прыгну, тушану. Надеюсь, хватит дамаги. Стики дропну. ТПшку оставляю.
Хорошо. Так, есть гемич. Готовы? Го. О, пошла деловха. О, хорош. Отлично. Минус 2 просто с того, что и мы нажали ультимейты. Все очень просто. Еще пол хп у парнишки. У Зевса не было ульты. Ну ладно, норм, норм, норм. А, он не давал. Жесть. Завис, говорит. Осуждаю. Осуждаю максимально. Что ж, ребятки, ну это подписчики моего ТГ-канала, между прочим. Ребятки, поэтому те, кто не подписан на ТГ, обязательно подписывайтесь и участвуйте в видосах. Показывайте как надо, когда все ультуют. Ну, чтобы я в лоббище ребятам объяснил, что нужно делать. Зевс такой: а, я повис там. И так и не ультанул. Кстати, быстрее бы забрали всех. Да, это было в 3 ульты только. В мою ульту. В ульту Фуриона. И все. Так, это плохо. Ладно, нормально, живу. Дисперсия выручает. Так, хорошо. Опа, найс. Не полезу один. Найс. Вардик сниму. Так, Зевс готов, да, на этот раз? Хорошо. Зевс на этот раз готов. Плюс 20 сек. Нормально. Подождем. Ждем, ждем, ждем. Ждем 20 секунд. У меня уже почти радик. Но с этой драки сейчас сакрет купим. Поздноватый радианс получается, но тут по-другому никак. Хорошо. Готовы? Хорошо. О, не успел уже полететь. Есть. Ну пойдет. 3500. 3500, нормально. Но меня сейчас тут будут прессинговать, но я буду драться. Как мужчина и с мужчинами. Только надо с этой выйти, с фаершторма. Хорошо. Да стой ты! Оп, найс. Фурион только не погиблый. А, Фурион погиблый. Блин, сорян. Сорян. Так, надо бежать отсюда. Ну, сакрет есть. Есть сакрет. Сори, СПС. Сакрет есть. Сакрет имеем. Найс. Ждем кдшек и гоу. Ждем кд и гоу. МВ тогда попробуем. Фура ультует. И я за ним. Можно мега крипчиков налупить. Не доходит ультимейт. Не доходит, не успевает ультимейт доходить. Мы вроде комбиним, да, ульта не доходит. Гем пришлось взять от Сларка, ребятки. Напоминаю тех, кто не в курсе, что происходит. Так, лотары. Ага, хорошо. Хорошо. Почти радик. Огр, конечно, такой себе. 15 секунд. О, так 15 секунд. Не, гос, ча, до радика. 5 сек. Уру забрали. 5 сек. Го. Опа, пошло дело. Зевс накрыл. Это Сларк очень плотный. Очень плотный Сларк. Хорош. Горелка есть. Там Оракл просто подохлый. Нормально.
Нормально, но, конечно, крепенький-крепенький герой там все равно. Я вообще как-то прыгнул, знаете, ничего не замедлил, ничего не сделал. Ничего не получилось особо. Тем не менее, в 4 ультимейта бесконтактно, в принципе, мы убиваем. Это значит, что все работает, ребят. Бесконтактно. У всех хп просто кончаются. Тупо кончаются хп. Найс, у меня радик есть, я пошел лес колотить. Питлорд улетит. Пайпы. Вот у питлорда пайп там. Это плохо, next ждем. Ждем next. И найс будет. Еще диффуза соберу next там. Диффуза next там соберу. Диффузил будет пушка. О, здорово. 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 О, еще один таракан. Оп, сделаем вот так вот. Оп, сделаем вот так вот. Хорошо. Хорошо, попал. Вот этого первым. Можно БМ нажать, плиз? Не успел БМ нажать, карапаз залетел. Я тут, скорее всего, отдаюсь. Я умираю тут. Жалко. Это Сларк. Настигает. Сларка добить. Ладно, уходит. Я просто хотел пофармить лес. Ладно, ребята, вроде фармят. Фармят. Туши его нафиг. Хорош. Ну я огра начал бить, надо было Сларка, наверное, бить. Но огр мог там отстанет, там все такое сделать, аж вот эту грязь сделать. 91 ловкость, да? Дальше тяжелее будет, это ж имба. Против имбы тяжело. Ну Сларк, видите, как живет постоянно. Откомбиниваем, если Сларк живет. Сларк живет, если откомбиниваем. Так, у меня есть 900 золота, мне нужен диффуз. Сейчас будем диффуз делать, и Сларк точно жить уже не будет. Под глобалкой я там просто буду вгрызаться. Единственное, только могу задиспелить Сайленс. Это плохо. Так. Есть. Ульты есть уже, да? Готовы? Блин. Блин, это хреново. Хорош. Зевс тупит очень сильно. Зевс не жмет кнопку, к сожалению, ребятки. Ну, если честно, ребят, вот все вроде хорошо, но Зевс немного тупит. Мы нажимаем, да, кнопочки как надо, Зевс жмет в самый последний момент. Почему-то тянет, непонятно почему. Да ладно, Аганим сделает, чуть повеселее будет. Не будем печалиться на Зевса, но ладно, ничего страшного. Уж кнопочку нажать, я думаю, не проблема. Ребята не успевают немножко. ГТшку. Топ. Я, в принципе, подфармил сейчас, вот диффуз будет уже. Диффузил. Одна яшка осталась. Яшка остается. До БКБшек надо разносить их. Но я, если честно, думал, результат был бы, ну, будет немного круче. Но как получается, так получается на самом деле. Поясняю, почему. Потому что ребята внизу более-менее шаристые. Знают, что делать, что нажимать. Что делать, что нажимать, знают. Так что, как бы, почему нет. Мне кажется, тут надо Б. Б. Не надо тут драться. Тут драться не надо. О. Сларк бегает лево-право. Ходить надо. Ладно, придется в лес нырять, да, походу? Хорошо. Это вас сожгли. Welcome.
Яшка есть. Я еще живу, да? Радик, выключить. Хорошо, Сларк прыгнул. Найс. Не надо, дядя, рутами добьет. Я вот тут, ну не знаю, мог бы тут, мне кажется, и убежать через полкарты, но Сларк бы мог все равно догнать, потому что он меня видит. ТПшка нужна была. Вот тут не добил, тоже Глиммер. Надо гем, ща гем возьму. И комбиним. Жесть, конечно, катка. Грязь вот из-за одного пика вот этого игрока. Грязь максимальная. Так бы, прикиньте, там хотя бы какой-то, может, был бы... Даже тот же лайфстилер намного легче было бы интереснее смотреть эту игру, чем со Сларком. Это называется как это? Угомонить вот этого, да? Аб-пикера. Ну как аб-пикера? Вообще на самом деле аба нету на 85-й. Че хотите можно брать? Ну просто на видосы, ну не знаю, когда комбинишь. Не все комбинации против всех героев там, знаете, катят. Но в целом лут, пофиг, взял. Выиграем и так все равно, я тут не солью игру 100%. На спектре проиграть игру почти невозможно. Только если там какой-то контрпик будет лютый. Но он не додумывается пока что БКБ купить, поэтому... Пока кайфуем. 30 секунд ульта. 200 золота, гем надо взять мне. Гемчик надо взять, ребят. Окей. Так, ну мне надо вот так вот делать. Вариант другого я не вижу. Хорошо. Плюсану. Так, рефреш 200, да? Сейчас тогда вот это сейчас будет глобализация. Зевс. Зевс. Полозе, не затупи. Как обычно. Вот просто напишу. Не затупи, как обычно. Так. Ждем. Ок. Где? Хорошо. Жесть, я тут один. Вот это я тут один прыгнул тушить. Ну, с БМами. С БМами. Руты снял, хорошо. Есть он плотный, чересчур плотный. Не могу, из-за Сларка просто сливается Драгон, потому что он чересчур плотный. Но Team Vibe, тем не менее, идет. Опять гем забрал он. Господи. Очень плотный Сларк, не могу. Да. Опять побежал, да? Господи. Ладно, гоу пушить. Го, закончим. Нефиг тут играть. Из-за Сларка не тот интерес в этом видосе появляется, потому что лютый дисбаланс вносит в игру. Я фарм. Лютый дисбаланс вносит Сларк. То, что не получается выносить так, как должны. Там, по идее, в комбинации вы просто прыгаете, и все падает просто за секунды. А, видите, как Сларк руинит. Не, на самом деле этот видос оставим. Оставим. Эту катку доиграем. Доиграем и все. Тогда не знаю, не буду, наверное, в драку прыгать. Будем ребят ждать. Ребят будем ждать. Нет. Ты чё? Оставь. Ты можешь сразу два ульта на Сале дать. И там два бафа. Так, пойдет. Ну, игра начинает становиться потненькой. Потненькой. О, здорово. О, здорово, 2х. Ну, тут я не знаю, я тут ничего не нажму уже. Ничего уже не нажму. Убились об спектру. Гем забрали-то хоть.
Или за кто забрал, не знаю кто. А, он, наверное, выложил. Я нет. Уже не стал. Минус 4, убились от спектру. 19 ассистов. Кстати, нормально по ассистам двигаемся. Нид сломайте. Тавер. Или мид. ХЗ. Я с ульты. Я думал, у меня бубацки есть. Я в прошлый раз бубаткался. Ладно, пойдет. Если честно, игра, ну, такая. Я жесть, как фид-машина тут. Зевс даже меньше нафидил. 7 раз. Осуждай максимально эту катку. Блин, ну честно, ребят, вот ну не так это работает, как вот должно было выглядеть вот это. Ну реально, ну не то совсем. Уже да. Не так оно, конечно, выглядит, как хотелось бы. Должны, знаете, кнопки прожали, все, все сдохли. Если все вместе с Ча нажмем, Б получится. Только Зевс пошел погибать. Октарин там. Ага, Фуриона затушили. Хорошо. Б. 70 сек. Почилим. Его жать. Я Оракла прыгаю убивать, потому что Оракл самый... самый ватный там. А я, получается, прыгаю, они там все фуловые стоят. Хотя должны быть лоу-хэповые. Должны быть лоу-хэповые тупо, потому что там Гирыча еще агонима. Видите, нет, 37-я минута. Запарафинили его. Пусть сюда пойдем. Сбегаем. Затушили гиролет, и гиролет не помогает ультом тут. Никак. То есть он должен тоже глобалку глобально выносить, да? То есть они вот тут кучкуются, да, образ на меня байтятся, он туда закидывает. Но видите, как это работает. Это работает так, что Зевс ульт не нажал, там не собрали кнопку, и ГГ, вот вся игра. Поэтому... как есть, так есть, ребят. Ничего не поделать. Ничего не поделать. Можно, конечно, в идеале этот видос выписать, да, прям. По красоте то, что нужно. Но не факт, прокатит ли это. Хорош, походу. Оракла я не убью там. Опачка. Иду. Сларку Аегу берут. Плюс. Детекшн бы какой-то взять, да? Оракл, конечно. Крысиный. Го от дефа. Вместе. Где будем? Вместе будем, я думаю, лучше будет. Лучше от дефа нажмем. Будет куда лучше, мне кажется. Вот тут сразу спрячусь. Хорошо. Вдруг Сларк нападет. На топе надо подфармить, пойти. Погнали в топ фарманем. Что, они топ идут? Серьезно, вы идете топ? Лол. Так, хорошо. Манту сделаю, ребятки. Стандарт, будем в стандарт выходить. Слотов нету толком, нифига, на самом деле 40-я минута. Слишком сильный, пишет. Так, ну мне, походу, лицо ломаю, да? Хорошо. Хорошо. Оракл лопнул, даблкил с оракла. Зевс нажимал. Сларка Егис минус. Отлично, гиролет. Но я чисто как расходник тут, получается, потому что я один остаюсь. И не могу ни один ничего сделать уже. Тупо. Тупо один ничего не могу сделать. О, найс. Тушите его нафиг. Отменяй ТП, туши его. Бей, ты чё? Краса, первый там. И пошло дело. Хорош. Хорош.
Красавчики. Мне бы что-то, чтобы жить, да? Тараску сейчас кто-то по-любому скажет. Тараска, да где ее взять, если я... Ничего не могу сделать. Просто прыгаю, да, 1 в 5. Дэмэджа. Вношу оракла, затушил, я снял с него глиммер. Задиспелил. Чтобы подраться. Ой-ой-ой, бро. Успеет. Задиспелил. Маны нет. Затушил. Затушил. Фарма нету. Но я больше умирать не буду, я буду убегать просто. Так, хорошо. Го фарманем Яшка хотя бы. 200, агоним на Геролете, 43-я минута. Но это первый такой, первый видос, ребятки. Я думаю, в принципе, немножко комом. Можно выразиться так. В принципе, рабочая стратегия, но комом. Комом все равно. Можно было намного лучше это реализовывать. Могу молнии либо хекс. Хекс было? Ларка закрывать. Ларка закрывать надо. Сейчас манту сделаю, будет офигенски. Да господи, я в стане в вечном стою. Хорошо. Опасно. Но первая драка, где я не сдох. Первая драка, где я не сдох. Пойдет. В карапасах стою 2,5 еще. Кнопки плюс. Ждем. Нормально. Нормально. Манта чуть. Хотя бы с мантой я уже точно буду жить. С мантой точно уже буду жить. Манта даст возможность жить. Так хочется жить. Хорошо. Фармю ит. Регу заберу. Куру отправим в магазик, сейчас тут зафармим, подстакаем. Отлично. Так, регенчик Зев забирает, хорошо. Монетку заберу. Отлично. 300 надо. О, заблочил, да? Сайлсер заблочил. С хостой Сильверейджем бегает. Приветка. Ждем, ждем. Если честно, даже не знаю, что тут на вставочку вставлять. Типа, знаете, как, ну, интрижку какую-то подкидывать. Типа, нажимаем все кнопки, все умирают. Тут такого не было ни разу. Игра сама по себе потная, немножко... Ну, как потная? Я не скажу, что это потная игра. Это обычная игра, на самом деле, но этой комбинации. Я не могу сказать, что она потная такая. Она реально... Ну, она не потная, на самом деле, это как. Она не потная. Эта игра не потная. Ребята в команде на фарме вообще, на лютом. На лютом фарме. 14-2 Silencer, видите, он просто нажимает кнопочку и всех убивает, кайфует. Я на спектре немного фижу. Толпу прыгаю. Там-то есть. Ждем. Иго. Не-не, ждем. Хорошо, манта есть. Там Юл. Так, ребята, готовимся к кнопкам. Готовимся. Г?
Готово? Поехала. Хорошо. У меня они там все фуловые тупо. Все фуловые. Тупо фуловые. Они тупо фуловые. Да, жестко. Дали все кнопки, прикиньте, тупо фуловые. Ну, потому что уже тут стадия такая игровая. Все, теперь не деремся. Да, вот так вот, ребят. Так вот. Уже ничего не вносим этими кнопками. Печалька. Печалька. К сожалению, бывает и такое. Но игра сама по себе будет потная. Потная. Оракл, что там у него Юл, да? Там, наверное, все типа, Юл, Юл, собирай, давай, Юл. Там, знаешь, чисто такие. Конечно. Так, 20 секунд. ХГ они нам не зайдут, это точно. Хекс у нас есть. Перетушим. Все ок. Ча, я рез и деф. Там умирает, да, Фуриончик? Наруб. Хексом, брат, Хекс. Хекс, хороший ТП. Краса. Ульты нету, жалко. Хорошо. Делаем вид, что я ухожу, дурачок, потому что. Жалко, ничего не нажал. И ничего не забрали, это вообще такое себе. Ничего не забрали. Так, диффузил надо, да? Пойдет, уже лучше хотя бы так. Хорош. Затушим эту катку. И пойдем next. Помогайте. Хорошо. Отлично. Го, отойдем. Отойдем и от дефа. А там Сларк. А я не попал кнопкой из этого флага. Из-за этого лага не попал кнопкой. Хорошо, дистанционно тушим. Да что с этими кнопками с моими? Б. Да, го, Б. Найс. Хорош. Хорош. Пойдет. Хекс, бро. Затушим. Ну, он ведь зашел. БКБшка. Ну, ломаем, что делать? Нам не сломают. Мы им ломаем. Хорошо.
Хорошо. У меня Аега имеется, если что. Хорош. Минус. Пуш. Да, 17 хп маны нет. Так, пид бы бен. Я отойду. 2000 тавера я не переживу, конечно. 3. Хорошо. Топ-тэшку побью. Хорошо, Б. Нормально пойдет в сторону. Ура, там на центральной работает. Красава, добил таки. Добил. Так, у меня 3700. 3700. Это хорошо. Башер сделаем. Чтоб можно было тушить. Нормально. Башер купим. Хекс я тут делать... Ой, хекс, скади не буду делать. Поясняю, почему. Потому что скади это дополнительный мононосос. Будет по моему лицу. А башер с абиссалом залетаем и затушиваем. Будет по кайфу. Пойдет, неплохо. Две стороны. Куда ты полетела, курочка? Да, у меня слоты, конечно, 50-я минута, вообще нет слотов. Нет слотов. Байбека тоже нет, но сейчас сделаем. Байбек будет. Тараску, наверное, стоит сделать тут. Раску сделать тут стоит. Раску сделать стоит. Так, я отойду, короче. Отойду. Очень много рутов. Очень много всякой темы. Да, руты очень сильно тушат. А я попытался к оракул подойти, не могу. В руты сразу влетаю. Жесть. У Сала там дамаг режется. Нереально. Половина. Сильвер Рейдж. Хорошо. Жесть. Лютая катка. 54 минуты. Ну, просто потная игра получается, да? Сейчас я постараюсь Тараску сделать. Дашка. Рубчика. В принципе, мы можем, по идее, Фурионом отпушивать, да? Найс. Пойдет. О, здорово. Меня убивать собрался, дядь. Ну, моросит просто, мозги делает. Интересно, есть у него кнопка? Как жалко, не сработал. Так, ну мид отдаем, да, походу? Я уже не буду ультить один туда. Один туда ультить не буду. Отдаем. Отдаем. Топ деф. Хорошо. Это вот туда же. Это вот туда же. Башер вылетел, до свидания. Хорошо. Форсим.
Ой, красавы, бро. Красавы. По топу. Рубчик там в меду бегает. Шестьдесят секунд, в принципе, мы мид-топ должны сломать им. Руб там бегает за Зевсом. Бедолашка. Бедолашка. Турмагаз можно отправить. Хорош. Ну, дали пацанам нормальный, качественный бой, я считаю. Так, два байбека, хорошо. Качественный бой пацанам даем. Хорош. Сларк туда же. На него кнопка не работает. Ля, ну надо бить, да? Закрыл его. Хорош. Этого пацана. Гоу. Тараска есть. Пацаны подработали. Низ смело. Забираем. А можно, да, трончик побить. Да, ГГ, в принципе, так и закончим. Ну, не знаю, пацаны поделали нервы, на самом деле, на имбах. На имбах поделали нервы. Сларк очень много грязи сделал, все остальные игроки, в принципе, ну, как играли, так играли, пацаны, красавчики. Эту катку я тоже оставлю, в любом случае. Катка получилась интересная, потноватая, но сам смысл того, что мы хотели показать, не показан, ребятки, к сожалению. И это будет у нас еще одна игра. Эта игра у нас еще одна будет, поэтому оставайтесь, досматривайте. Погнали некстовую катку, и сейчас мы сделаем то, что хотели сделать. Ну что, ребята, загружается у нас вторая катка. К сожалению, в первой катке, как вы сами видели, у нас не особо что-то получилось. Но сейчас постараемся наверстать упущенное, как говорится, и сделав работу над ошибками, постараемся немного улучшить нашу комбинацию и посмотреть, что у нас может получиться. Ребятки, давайте, тот же самый у нас пик, тот же самый состав. Если честно, одного игрока поменяли, возможно, у нас... Нет, у нас не меняется Гералет. Не меняется у нас Гералет. У нас Гералет остается. Мы просто думали, может взять аппарата лучше, потому что Гирыч пока выфармит Аганим, не получается у него. К сожалению, не получается. И ничего с этим не поделать. Ну да ладно, ребятки, надеюсь, эта катка получится намного интереснее, чем предыдущая. Но предыдущая была такая, знаете, с легким привкусом лузика. Но, тем не менее, мы это вытащили, мы это сделали. Еще бы мы проиграли, лол. Еще бы мы проиграли. И я вас умоляю, ребятки, и я вас умоляю. И я вас умоляю. Так, ребята там уже, как говорится, уже прочекали все, да? Ребятки, не забывайте, что опять-таки, я не знаю, как этот видос будет у нас выходить. Но, скорее всего, это будет... А что, если два видео будет, правильно? Правильно, две игры... Либо первая и вторая часть. Вообще круто было бы разделить на первую и вторую часть, но я думаю, это все одним видосом сделается. Ладно, смотрите. В общем, в чем смысл? Напоминаю, ребятки, все ребята взяты у меня из ТГ-канала, поэтому кто не подписан на ТГ-канал, обязательно подписывайтесь, чтобы участвовать в таких видосах. Второй момент. Что мы будем в этой катке делать? В этой катке мы будем делать грязь с ультимейтов. Ультимейты нажимаются, катка задушается. Все довольно-таки интересно, все довольно-таки просто. Давайте вот так вот, опа. Спам его, спам, заберем же. Спам, заберем. Вон, я догоняю его уже. Он умирать! Оп, подрезали сухожилие. Найс. Хорош. Затушили. Так вот, смотрите, в чем суть нашей комбинации? Поясняю еще раз, если кто-то не смотрел первый видосик. Смотрите сейчас. У нас все ультимейты глобального применения. Кекс на небе, вот этот парень играет, он играет на Гералете. У него, когда покупаешь Аганим,
ультимейт можно кидать по всей карте. Правильно, да? То есть, получается, у нас все герои с ультами. Все герои с ультами глобального применения. Соответственно, я нажимаю ульт, нажимается Фуриона ультимейт, нажимается Зевс ультимейт, называется Сайленс ультимейт, и закрываются все герои. Да, вот такая вот у нас комбинация. И посмотрим, что у нас тут получится, ребятки. Что получится, давайте, погнали. А у меня тоже не очень такая маловажная роль, немаловажная роль. Вернее, не очень важная, да, немаловажная роль у меня. Я должен тут хорошо выформить, не как в прошлой катке. Но как хорошо, посмотрим, что за лайн будет. И там будем уже делать какие-то выводы, ребят. Поэтому пожелайте нам удачи, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать такие видосы. И, конечно же, кайфуйте. Кайфуйте с этих видео, ребятки. О, два рейнджевика, как это прекрасно. Опять, походу, хардлайн, да, у меня тут небольшой такой. Небольшой такой хардлайн у меня. Небольшой хардлайн у меня. Оп. Небольшой хардлайн у меня. Оп, добиваем. Сейчас возьмем дисперсию. Ой, как хорошо добил. По кайфу. Пока, в принципе, они меня не тушат сильно тут, да? Я думаю, может Пурманс взять. У меня, в принципе, хила очень много. Пока что они просто соревнуются по крипингу, кто из них лучше крипит. Это пока что. На данной стадии. Там будет видно уже, чего они, как они. Пойдет. Оп, хорошо. Ой, найс. Как я тут крипчиков-то добиваю. Хорош. Тушат, 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 ребятки. Там готовятся к гунгайте. Я третий левел возьму, ребят. Оп, найс. Все, я поехал. Я поехал. Оп, найс. В этой катке у меня фарм намного лучше будет, да, походу? Судя по тому, что фражочки еще забираю. Ребята, красавчики, вышли. Не знаю, пака кидать ракетницу. Нужно быть сверхразумом. На что надеется парень? Так, инвокера гунганули. Хорош. Брат, не туши меня. Я тебе ничего плохого не сделал. Эти ману накинем. Немножко порегенимся. Страшно, ману. Почему не сбил? Ой, не сбил, не добил, да? Сам себе как бы подзаруинил. Хорошо. Пак такой серьезный парень. Ну, у меня же мана, в принципе, остановлена. Пойдет. Плюсуем. Джага там убил что-то. Кого-то. Оп, хорошо. Блин, столько фарма тут, ребята, вы чё? Какой ганг? Какой ганг, ребята? Фарма столько, вы видели? Да нету там маны. У меня замедла нету, я пака кинул. Пака взорвал. Хорошо. Отлик полетел, да? Возьмем уплотнитель. Уплотнитель возьмем. Ну-ка, 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 дядечка, постой. Тебя видно, друг. Дайте. Не захотел. Пойдет. Пойдет. Не добил, ой-ой-ой, как же это плохо. Так, ну 16 крипчиков, к сожалению, это очень мало на такой минутке, ребятки. Но будем реабилитироваться в 50 крипчиков. В прошлой катке очень мало я крипов нафармил. В этой катке я сделаю побольше, тут полегче лайн. Тут нету таких задрачивателей в начальной стадии, которые были в прошлой игре, да? И немного полегче будет. Немного будет полегче. Поэтому... Кайфуем, ребят, кайфуем. Фармим, фармим, еще раз фармим. Хорошо, ласт хитуем. 3-0 у нас есть. Эх, я там ману не взял. Нету маны, друг. Ух, торнадо Юлович.
Я дерусь. С двойки. По идее, не пробьют. Жесть, очень сильное замедло, но я, скорее всего, тут в таверну полечу. А нет, норм. На развороте вот так еще сделаю. Хорошо. Ну, левел есть. Отлично. Пойдет. В целом неплохо. Я-то думал, я тут в таверну отлетаю. Оказывается, нет. Так, у меня мана там есть. Давайте возьмем. Хилочек один поднабьем вот тут. Раз. Два. Хорошо, хил есть. Странно, почему инвокер не попытался... А, маны нету. Вот почему он не попытался меня убить. Там пак кастует. Дядь, не надо. Затушил таки, рекуру. Такие я ждал, ждал, не дождался. Интересно, был хил у моего союзника? Не было, да? Печалька. Рекуру там кому надо. Сапог. Ну тут, наверное, Зевсу. Нет, не Зевсу. Ладно. Приюзните куру, парни, плиз. О, Зевс кастует. Вот это Зевс кастует. Ладно, нормально. Нормально, ребятки. Все вроде идет по норме. Фарм в этой катке намного лучше, чем в прошлой. Только у нас там Сайленсер страдает. Страдает Сайленсер. Джаггера будем затыкать сайленсом, так что нормально. Сейчас. О, хорош. Красава. Вокер фармит тоже. Вокер будет КВ. На миду пока поколочу. Смотрите, у меня крипстат намного лучше уже, чем был в прошлой катке. Намного лучше. Фармить дают? Дают. Значит, кайфуем. Кайфуем, ребятки. Отлично. Так, вот так сделаем. Эска. Еще эска. КД. КД, пока фармим. Пока фармим. Надо показать свою самую лучшую игру за всю свою жизнь на спектре. Лучшую игру. Самую лучшую игру за всю свою жизнь. Самую лучшую игру за всю свою жизнь. О, Стиллер Би. Хорош. Хорош. Ой, найс, видели, подлагало, да? У меня подлагало, короче, и я не смог отменить печку ката. Есть. Чё так плохо там? Ладничка. Ничего страшного. Но кату неприятно терять, потому что ката, это очень много золота. Это очень много золота. В среднем два крипа. Хорошо. Сделаем. По КДшкам, найс. 40 сек и го. Первую комбинацию сделаем. Надо, наверное, там инвокера какого-нибудь попробовать. Он ватненький. ТП дает инвок. Ух ты. Дядь, не то, что так сильно. Быстрый. О, Агура, го. Агура. Зевс что там ульт всадил? Не, МП немного. Давай, давай. Жесть, он очень быстрый, КВ Вокер. Ну ладно, комом. Не надо меня трогать, дядь, плиз. Пойду на базу схожу, наверное, стики надо взять. Цешку. Отлично. П.
Так, я фармлю. У меня, между прочим, 50 крипов есть, да, не 10, отлично. Хорошо. Отлично. Так, стоит ли тут делать БМ или сразу пытаться делать ради Энс? Ну, на самом деле, я смотрю так, что, в принципе, БМчик тут не особо актуален, только против Ская, и все. Вокер КВшный. Зевс насыпает там. Чё себе. Там Пак, кстати, тоже эскейпить может. Сейчас нужно скооперироваться немножко. Фармьюит делаем чуть-чуть. И я в Радиенс, наверное, сразу попытаюсь выйти. Фармим на Радик, ребятки. Радик фармим. Сразу в Радик. Кто-то там с инвизом. Если что, вдвоем тут дадим отпор, я думаю. Дадим отпор. Такое. Скай уходит. Да, меня вот это вот задушит, да, сейчас, походу, это кроба. Крысиная. Мне бы урну бы. Хорошо, и тебя затушу. И урну хочу. И урну хочу. Сделаем вот так, короче. Все, никак не можем скооперироваться. Зевс там по КД ультует, чисто тушит там, играет свою катку. Не хочет покомбинить немножко. Чисто тушит свою катку. Ладно, пойдет, пока фармим на стадии фермы. Можно. О, забрал Вискет Суск. Вискет Суск забрал. Так, 1500 есть, да? Пак гуляет по лесу. Пойдет. И жесть. Надо ребят упрашивать прям. Я хз, как уже об я снять, пацаны. Я уже просто не знаю, как ребятам объяснить. Вот вроде собираю. Ну, вот пытаешься, да, там с ребятами договориться. Не знаю. Идем мой ульт. Ульт будет, и я начну. Так, Фуриончику ГГ, да? Фуриончику ГГ. Сало еще ультом. Будет поднакрывать, только чуть-чуть подфармит. Фуру ждем и нажимаем кнопки. У меня как раз 11 будет, плюс секунда на размышление. 2000 есть на кармане. Хорошо. Хорошо. Возвращаемся. Тут хп нету у Джаги уже. Найс. Вот так-то лучше. Хорошо. Урну закинул. Хорошо будет, если с урны умрет. Пойдет и так. Пойдет, пойдет. 2600 есть. Красава. Красавы. Во. Во. Хорошо. Сейчас тут крипчиков подобью, на топе подобью. Также работаем. Ребятки, вот сейчас вроде, да, уже получше. Есть кто там рассыпается. Джага рассыпался, Скай рассыпался. По кайфу, по красоте. У меня 3к. Уже. В этой катке прям легко фарм идет. Я б на топе сейчас пошел забрать, но Фуриону тоже нужно. Ждем и гоу. Круто было бы с Дискордом, да? Как в старый добрый, когда мы всей толпой писали.
Тогда было круто. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Жалко. Мелочь убьем. И этого с кнопки. Хорошо. Опять эти кробы, да чтоб тебя. Хорошо. Здесь ультанул, да? По КД ультит Зевс. Ладно, тоже ультану сейчас туда. На подфарм. Проденса. Вам не сфидить. А сколько у тебя там еще крутиться будет эта тема вся? Ладно, возвращаюсь, не буду. Не буду драться, вернусь. Не буду драться, вернусь. Так, 3800 почти есть, да? Жестко, конечно. Так, ДДшка на подфарм, было бы круто, да? Согласитесь. Так, это у нас сакрет, ребятки. Сакрет чуть пораньше. Сакрет пораньше что-то у нас как-то сегодня, да? Хорошо. Да, сегодня анлак у нас какой-то с Зевсами. Просишь ребят подождать, не жать ультимейты, да, по КД нажимают, пацаны, пофигом. Не знаю, что с ребятами не так. Не хотят они. Не хотят они кнопки нажимать как надо. Было бы круто, кстати, возможно, даже через Madness лесу ковырять, потому что так смотрю, можно. Можно аккуратненько. Зевс по КД ультует. Я не знаю, что с ним не так. Что с Зевсом не так? Тысяча 700 до Аганима. У меня радик почти есть. Вместо ТП-шки сакрет положим, быстрее будем колотить. Не можем мы комбинить, к сожалению. У меня ульта КД, я что-то посмотрел, так, а там микро КД, короче. Да давай. Ты чё? Курочкина. Жесть, я вроде прилетел, она у меня как будто статус фейзов сбился. 300. 300. Я могу тут, кстати, минус 300 сделать, да? Да. ГГ. ГГ. Да, жесть. Чё-то сегодня у нас не удается по рубрике. Не удается. Не удается по рубрике. Но 80 секунд сайленса, мой ульт тоже кдшится. Тут можно даже на Зевсе ультануть, я думаю. Юл ему дай, хорош. Так, закайтил. Как он закайтил? Ля, скайт он лохопов. Все, не жмите ульты, ползы. Давайте хоть раз вместе. Ну чё вы? Вообще жесть какой-то кринж. Не можем. Этот Сильвер сделал. Фу-фу-фу. Фу-фу. Стало почти Аганим есть. Почти Аганим. У меня радик почти есть. Надеюсь, сейчас... Потеешь, когда потеешь над крипчиком, да, и такой не добиваешь. Ужастик какой-то, смотрим. Всю игру пытаемся, и пытаюсь ребят уговорить, чтобы вместе ультанули. Но Зевс вообще просто игнор максимальный. Зевс игнор тупо. А урона хватит.
от этого Last of Us, все найс. Я готов. Идет Радик. Что там у нас? Так, ну чё, готовы? Го! Первый тест пошел. Хорошо. Отлично. И сюда. И инвокер там лоу-хэповый. Найс. Найс. Ну вот, минус 3 просто с ультов. По красоте. По красоте. По красоте. Пойдет уже лучше, да? Вот первый раз ультимейт нажали, минус 3. Сразу же. Сразу же. Надо затушить его. Все, оставляю его, сгорит он там на работе. Сгорит на работе, по идее. Хотя, может, и не сгорит. А нет, сгорел. Сгорел. Инвокер далеко бежит. На развороте сыграем. Пешка. Что, на базе? На базе посидим. Так, диффуз next, ну я сделаю Яшу, потому что хочу догонять. В прошлой катке делали диффуз, работаем над ошибками. Хорошо, побежали. Так, у фуры почти гоним. Все, ок. У меня тоже гоним. Так, отлично. И у парня на гиролете тоже почти гоним есть. Кайф. 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 Так, ждем. Ждем, ждем. Как готовы, пишите. 100 гоним на сайленсере. Хорошо, гоним на сайленсере, это уже будет что-то. Го после аганима плюс. Ждем, ждем, ребятки. Сейчас будет еще заходик. Еще заходик. Джага в лес нырнул. Манту, наверное, сделаю первым артефактом, потому что там джаггер еще надо таргет сбивать. Иначе буду фидить. Так, хорошо. Хорошо. Го. Хорошо. Во-во-во-во-во-во-во, это то самое, то, что мы хотели. То, куда у меня герой летит, я нифига не понял. Нажимаю на второго. На второго героя. Ну, минус 3 просто с ультимейтов, по красоте. По красоте. Вот здесь вот почему-то я нажал же на этого, на Пака, чтобы он прилетел. А у него спектра на руну улетел. Крипы жирные вон у нас. Хорошо. По кайфу. Вот теперь видно, что рабочая страта. Все правильно нажимаем, и Зевс нажимает, и гиролетик у нас еще сейчас подключится. По кайфу. Скай там оттос, я пытаюсь где-то, вот здесь где-то будет Скай, надеюсь зацеплю. Не зацепил, плохо. Ага, он ушел, у него даггер что ли? И что-то посмотрел, вроде у него там визарда 2, и все, больше ничего нет. Так, быстро пробежал что-то. Так, это манта будет. Хорошо. Ждем КД и го. Стало очень долго кдешиться только. Сейчас откдешимся, уже будем заряжать. Да. Может, кстати, можно будет сейчас дипус, наверное, сделаем. Смотрите, у нас, в принципе, есть Яша. С Яшей у нас проблем никаких нету. Да. Давайте сделаем дипус. О, здорово. Без маны останусь я. Ну ладно. Ладно. Придется без маны побегать. Так, кнопок нету. Хорошо. О, здорово.
Я умер тут. Джага выследил меня таки. Выследил. Ну я собирался сваливать, но уже было. Так, ну диффуз, окей, диффуз так диффуз. 60 секунд покурим. Сосанули. Я думал, Джага, если бы не было Вокера рядом, так изи бы. Я не видел, что они уходили, если честно, даже уже подустал, походу. Ладно, не суть. Слишком много суеты. Не, нет у него там ничего. Смока у него там, чтобы Зевса ульт перекрывать. Поэтому надо брать гем. Сейчас гем возьмем. Возьмем гем и пол диффузиала. Так, это есть. Это есть. Ждем и let's go. Гемчики есть. Гемчики есть. Оп, хорош. Ой, как красиво, да? Хорош. Да ладно. На вставочку сделаем или нет? Далековато. Ну красиво все равно. Трипл сделали. А ультру, если сделаем, вообще будет кошерно. Да, хилка. Все, не догоним, не догоним. Не догоним. А, все, крипы проблочили. Ну, красиво, вот уже, уже лучше. Уже лучше. Отходим. Отходим, ББ. Хитер бобер. Так, ну Яша уже есть. Тут Яша, диффуза. Диффуза есть. Диффуз есть. Почти сдох, да, почти. Почти, но почти не в счет. Но вот уже то, что мы хотели сделать, мы уже получаем, ребят, уже видно, да? Уже видно. Что уже более рабочая страта, да, то есть. Более рабочая страта. Так, смотрите, что делаем. Я на базу, пацаны, продаю шмот. Купаю хилы. Зафарм аганимы. Я фул ДМГ уже. По кайфу. Рефреш или... The... Так, ну можно это попродавать. Это попродавать. Гирыча есть и гоним. Офигенно. Так. Зевс, рез чуть. Его еще. Может попробовать Джаггера сразу прыгнуть, поубивать. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, ганг превратился в ганг. Да ладно. Не-не-не, дядь, не надо, не надо, не надо. Все-все-все-все-все. Оп! Хорош. А, инвокер еще туда же. Но я умру тут. Умру. Жесть. Вот это ганг превратился в ганг тупо. Жесть. Не дождался. Не дождался. Ганг превратился в ганг. Ладно. Куру Магас, почти манта есть. Почти манта есть. У нас рефреш на Фурионе есть. Есть почти аганим на Зевсе, наверное, я не знаю. На Сайленсере аганим есть, это кайф. Это кайф. Next заход. Кушанем. 100% next заход у нас получится так, как надо. Мы на перефарме.
Мы на перефарме. У Зевса аганим нужно срочно. Да, аганима интересно, сколько. Отлично. Прикиньте, если бы всех их пробафать под дискордом, было бы круто. Было бы круто. Так, хорошо. Ресаемся, ребятки, и идем дофармить манту. Дофармить. Хорошо. Манту чуть-чуть дофармить. Триста манта. Стало сейчас ульту еще. Апнет разочек. Сек. Хорошо. Манту жду. Манта прилетит. Хорошо. Гем, где? Его. Они на базу ушли. Г? Ой, хорош. Жесть. Просто с ультов минус 4. Где вы такое еще видели? По кайфу. Просто с ультов минус 4. Минус 4 просто с ультов. Жесткий крип. Ломает. Просто ломает жесткий крип. Ну вот это то, что мы хотели, ребятки, вам показать. Именно вот эту прикольную комбинацию. Жесть, забавно. Забавно получается. По кайфу. На вставочку работаем. Джагу затушил еще там. Пойдет. Найс. Можно мне тоже, кстати, рефреш сделать. Вместо урны. Но маны не будет хватать. С базы надо. Ультить будет. Гем надо по-любому оставлять, потому что вижен надо для Зевса давать. Я когда ультую, моя спектра, мои сразу копии, они палят сразу всех инвизеров. Смока, а не смока, и тогда Зевс наносит урон с ульты. Будет по кайфу. Тогда по кайфу. Так, есть сейчас еще рефрешер от Сайленсера. И вообще изи будет. Сколько Сайленсера, интересно, на рефреш надо? 700. Есть, на базе. Так, есть. Иго. И все, готовы, все сидим, знаете, такое затишье перед бурей. Так, все спокойненько. Ты крыса. Жесть. На колодце стоят. Ой, ну такое себе. Неплохо, все равно. Сразу два дал. Нормально. А они там на колодцах АФК стоят. На АФК стоят на колодцах. Вот так вот, ребят. Ну, загнобили. В принципе, пару моментов красивых было. По красоте. По красоте. По кайфу.
Джага научился эту тему кайтить. Манту купил. Манту купил. Так, у меня тоже манта есть, по кайфу. Рефреши сделаем, пусть выйдут и нажмем кнопки. Будет по красоте. Так. АФК что-то не там. На уставочку играете, да так, но у меня КД. Джага, конечно, проблема. Как бы Джаггера закрыть-то? Джаггера не убиваем с этой комбы. Зевс потратил. Фармим тогда. Ждем. Плюс нафиг этого Зевса сейвить. Запарил он постоянно, ульт всаживает просто так. Так, есть. Хорошо. Было бы круто мне тоже, наверное, рефреш сделать, знаете, с базы там. Загасил. Наверное, так и сделаем, давайте. Я рефреш, фарм. Рефреш, фарм. Не, да, рефреш тоже копейки. Тут у нас 500, да. 4000. 1200. 1200 рефреш. Чё за игра, говорит, рампагу? Давать. Пак просит. Но это пак просит. Не мы же. Мы тут при чем? Г? Ух, пошло дело. Ууу, это жестко. Ууу. Жесть. Это жестко. Минус 5. Все кнопки. Минус 5. Просто мы все прожали, и произошло минус 5, ребятки. Жесть. Рефреш. Уже есть. Красавы. Сал, интересно, на раздамаг давал? Да, Сал на раздамаг давал. Ждем рефреши. Еще разок. Жесть, там даже не уследить, сколько дэмэджа наносится, потому что это невозможно уследить такое. Ждем. Хорошо. Вот это продаем. Рефрешер у меня есть. Рефрешер есть. 120 сек. На 40-й нажмем. На 40-й. Горош. Жесть, там крипы постоянно подпушают. Жесткий подпуш. Пусть выходят, фармят. Ля рампагу, дай, да. Напишу. Новый мем. Новый мем, рампагу, дай, да. Так, ну, окей. Хорошо. Я про пацанов говорю, что дай рампагу. Хорошо. Так, есть. Отлично. Ждем. Ждем еще чуть. Our warriors have
По минуте. Ждем. Будет пушка. Сейчас все сразу нажмем и посмотрим, что произойдет с оппонентами, когда мы все сразу нажмем. Но я ульт буду растягивать, потому что мне нет смысла сразу нажимать. Нет смысла. Так, хорошо. Тут есть кнопка, тут почти есть. Тут почти есть, и тут почти есть. Почти все есть. Ждем, ждем. Что-то, ребят, никого нету. Сек. МБ... Блин. Жаль, Аегу дропнули. Я бы в колодец бахнул. Так, ну гем тогда пожертвуем гемом, правильно? Давайте тогда сделаем вот так вот. Торгула. Хорошо. Готовы, ребята? Готовы? Готовы? Го! 3, 2, 1. Let's go! Ульта пошла. Ой, пошел дамаг. Еще раз ультую. Жесть. Это что за покемон? Это что такое вообще? Просто бесконтактный бой. Нереально. Это нереально. Ну, мне кажется, тут более чем достаточно издеваться над пацанами. Чисто бесконтактный бой. Его лажмут там чисто на подсейв. Да, это жестко, ребят, это жестко. В этой катке это максимально люто сработало. Максимально люто, пацаны. Зажались. Зажались. Даже под колодцем не могут выжить. Очень жестко перефармили. Жесть. Купите гасты от спектры. Что? Хорош. По кайфу. По кайфу. Две и будет. Что ж, ребят, в принципе, я думаю, вам эта комбинация более чем теперь понятна. Более чем понятна. Что мы сделали, вы поняли, да? То есть делается минус 5 просто по нажатию всех кнопочек. Всех глобальных кнопочек, ребятки. И могу смело заявить, это работает, друзья. Это работает. Го, отойдем. Это работает. Это работает, ребятки. Смело могу заявить, что это работает. Что ж, остается у нас еще крайний момент. Сейчас еще раз нажмем ульты. Сейчас еще раз нажмем. Адефи. Адефи, еще раз нажмем. Зевса, есть ББ? Нету ББ. ББ нет? Мне кажется, у нее нету байбека. Есть, жми! Еще раз рефреш. А, лан, го, ждем. Еще разочек сделаем комбу. У меня рефреш минута, я без рефреша. Пака надо как-то. Я могу пака прыгнуть, задиспелить его. О, ну это байбек, да, походу, будет? О, май. А, нет, не будет байбека. На базу. На базу. Г. Сек. Там еще Зевс рецается. Жесть. Они уже на базе там стоят, хилятся. На базе хилятся. 20 секунд. Ждем, ждем. Ждем 20 сек. Жесть, в ожидании вот этого непонятного момента. В ожидании непонятного момента. У меня тогда тоже тут...
Хорошо. Оп. Оп, еще разочек. Оп, еще разочек. Жесть. Ну просто на вставочку делается нажатием двух кнопочек, ребят. Что ж, вот такой вот у нас, друзья, получился видос. Не забывайте оставлять свои комментарии, какой видос вы еще хотели увидеть. Понравился ли вам этот видос? Какая катка вам понравилась? Первая или вторая? Вот из этого конкретно видео. На этом, друзья, все. Спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого ролика. Всем от души. От души, ребятки. Ну, и на этом все, друзья. С вами был Ксеназис. И до скорого. Ох уж этот глиф. Дайте сломать. Nice.